Здорово! Новостной выпуск на канале. У нас вышли новые хроники Рыжего. Я постарался их немного ужать, чтобы вкратце выделить самое основное. В видео будут мои голосовые вставки и текстовые комментарии, так что приятного просмотра. Ходят кони над рекою, ищут кони водопою, а к речке не идут, больно берег крут. Парни находят телефон, с помощью которого им удается зайти в защищенную сеть. Дядя Коля? Что? В этой сети Рыжий находит засекреченные материалы, из-за которых в тот раз его чуть не убили. И узнает в лаборантах своего отца. Мы давно догадывались, что в лабе какие-то эксперименты проводили. Погоди, это ж батя мой. На своих титановых яйцах он вкатывается в лагерь глухаря. Совсем охуевший стал. В лагере Рыжий показывает пару фокусов и получает ответы на интересующие его вопросы. Ты меня продал на арену. Зачем? Дружить умею хорошо. Меня попросили, я не отказался. Ну и в накладе не остался. Вот гандон. Да ты тоже нахуй иди. После этой истории старые друзья воссоединяются, чтобы вместе продолжить свой путь. Вот такие новости, друзья. Если вы увидели что-то из возможных нововведений, напишите об этом ниже. А если вы не видели полную серию Хроник Рыжего, ссылка на нее будет в закрепленном комментарии. Отдельно хочется сказать спасибо БСГ за проделанную работу. Я лично очень кайфанул от последней серии и считаю, что с каждой серией контент, качество контента у них лучше и лучше. Можно сказать, что это даже какой-то новый мини-сериал. Пишите свои мысли в комментариях, подписывайтесь на канал и заходите на лайв-трансляции. Пока!